Игровая клавиатура с управляемой подсветкой. Сегодня на обзоре клавиатура MSI Vigor GK30RU. В комплекте идет только клавиатура и документация пользователя. Это полноразмерная механическая клавиатура с цифровой панелью. Дополнительных клавиш управления мультимедиа здесь нет. Эти функции несут некоторые клавиши правого блока в сочетании с клавишей Dragon. Основной материал корпуса – практичный матовый пластик. В этой модели используются плунжерные переключатели, которые рассчитаны на 12 миллионов нажатий. Отклик достаточно четкий, работать по клавишам легко и приятно. С тыльной стороны расположены прорезиненные ножки, которые в сочетании с достаточно большим весом самого устройства, около килограмма, предотвращают скольжение по столу. Сзади находится дополнительная пара откидных ножек. При необходимости наклон клавиатуры можно увеличить. Vigor GK30 защищена от попадания влаги, так что можно пить чай или кофе, не отвлекаясь от игры или просмотра фильма. Девайс получил яркую RGB-подсветку, для каждой из шести зон можно выбрать свой цвет и эффект, а по умолчанию подсветка переливается радугой. Настроить режим направления свечения, скорости и яркость можно с помощью горячих клавиш, а для детальной настройки нужно будет воспользоваться ПО Dragon Center. Как итог, клавиатура Vigor GK30 – неплохой вариант для любительского гейминга. Из плюсов выделим качественные переключатели, управляемую подсветку и невысокую стоимость устройства.